блядь, на трех рутишь. А хули оно тут просто? Это колесо набора высоты. Это элеватор, дурак. Ой, да. Нахуй ты, блядь, налево так тебя несет, ты чё, не план, блядь? Да потому что у меня руль хуёвый, сука! Нам право на... Высоту какую набирай? 30 тысяч. Ты что, дебил? Прямо лети, набирай высоту, 30 тысяч, нам надо выйти. Да ты что, 30 тысяч, ты ёбнулся? Больше 10 это хуйня, не вкрути! Да, скорость добавить, мне чё, блядь, выйти, сука, окно открыть и рукой махать, да? Вроде ветра, блядь. Мне максимум 2, хуйло! И тебе кто такую хуйню сказал, 30 тысяч, Саша? Ты еблан, блядь, гражданские авиации так летают, блядь. Сколько 30 тысяч, блядь? 30 километров в воздухе, что ли? Ты ебанул? На гражданский самолет летает 8, это 9, 12 блин, километров на... Блядь. Конечно же, обнюхачились кокосом и давай в самолете друг в друга гранатами кидаться. О, бля! Аварийный выход на высоте 30 тысяч футов. Иллюзия безопасности. Я сру под твою дверь!